Самой уязвимой категорией участников дорожного движения всегда является ребенок. На слайде представлены имена каждого погибшего ребенка за последние 10 лет. В Кабмине Татарстана перед началом учебного года прошел брифинг, посвященный профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Начальник ГИБДД по республике рассказал о детской аварийности на дорогах. Всего за последние 10 лет в Татарстане погибли 148 детей. Львиная доля аварий с такими смертями происходит по вине водителя автомобиля, в котором находятся дети. Чаще всего за рулем их собственные родители. Каждый третий происшествие с детьми в республике происходит с детьми пассажирами. Таких ДТП погибли 3 ребенка. В этих происшествиях более половины виновных ДТП были водители, перевозящие детей. Из них практически все были одним из родителей ребенка. В Бавлах в этом году произошло 3 ДТП с участием ребенка. В связи с началом учебного года в Бавлах проходит профилактическое мероприятие «Внимание, дети». Оно проводится совместно с госавтоинспекцией и государственным бюджетным учреждением «Безопасность дорожного движения». Будут организованы следующие мероприятия. Массовые проверки водителей, направленные на предупреждение нарушений правил перевозки детей, профилактика нарушений правил дорожного движения, связанных с непредоставлением водителями преимущества пешеходам, популяризация светоотражающих элементов, акция по предупреждению нарушений правил дорожного движения несовершеннолетними, в ходе которых информация о нарушителях будет направлена в образовательные организации для проведения дальнейшей профилактической работы. Сотрудники госавтоинспекции еще раз просят водителей быть осторожными, так как с началом учебного года на дорогах увеличивается поток маленьких пешеходов, вероятен рост ДТП с их участием. Инспекторы также уделяют особое внимание правильной перевозке юных пассажиров. Старайтесь соблюдать правила. В обязательном порядке. Сейчас очень опасно, в таком возрасте, тем более аккуратно ездить надо. Это всем касается, не только мне. Молодые, старые, не имеет значения. Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными. Айгулидия Тулина, Булат Минязов, Бавлинское телевидение.